Здравствуйте, с вами Большой Тиби, и мы продолжаем прохождение игры Black Tail. Чернохвост, если может по-другому. Так, в той серии мы что делали? А, ну да, победили дракона, которого не было. Дядя, потеряйся. Так, летим. У нас вроде мост как бы починили. Так, собираем. Еще раз собираем. Так, что-то валяется. Да ничего не валяется. А, мы дальше по следам идем по крошкам. Они и правда мост починили? Долго же возились. Вот он, интересно, правда ли говорят, будто духи хранят утраченные воспоминания? Не будем сохраняться, вроде там сохранялись. Драгой, подожди меня. Ёб твою мать! Ты откуда взялся? На мою голову. А на этих надо много меда. Чем было? Да. Ну и что это? Так. Я понял. Допустим. Кто? Блин, светится, что я подумал, что это этот. Да кто это где? Так, ладно. Опа, муравейник вижу. Там что-то есть, да я вижу. Немного напоминает мне его. Это еще что? Кто? Видение. Расставляйте элементы прошлого по порядку, чтобы раскрыть истину. Управляйте временем и пространством, чтобы собрать недостающие части сцены. Используйте WS, чтобы настраивать время. Используйте AD, чтобы настраивать пространство. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы зафиксировать недостающие части, да? Ну что-то мне кажется, как-то мне кажется, что это сложновато. Сюда, сюда. Так. Как-то так, да? Это неужели? Что неужели? Да ничего не пойму вообще. Я так понял, мне надо. Я не понял, как это произошло.
Баба-Яга. Костяная нога. Ну, тут, конечно, не костяная, это... Даже не знаю, как назвать. Нет. Драгой, почему ты? Почему я это вижу? Кажется, он боится меня. Хочешь узнать почему? Надеюсь, эта дорога приведет меня к Зоре. Когда он стоит на месте, ну ладно, пока он не шевелится. Пошевелимся мы. Мед, стрелы. Больше ничего, да? Что, драгой, побежали. Ага, он завис, короче, я понял. Надо, значит, так по скрипту. Дядя. Да подожди ты, куда ты бежишь? Тогда я соберу ветки. Мне, помимо веток, ничего не хотят дать. Угу, понятно. Ну, полетели дальше. Ты где? Ты что, сдернулся? Походу, да. Походу, сдернулся, парень. Дядя, ну тебя лесом. Кто-то на мою голову нарисовался, да я? И жизни выпускайте мою нить из рук. Поехали, наверное, сейчас. Чем-нибудь намастерим, да? Как намастерим? Кромсающие ногти. Чего? А когти? И чё ты как? Да я понял. Информация. Особое время. Ясно. У меня ни на чего, ни на что другое не хватит, да? А это что? Красота. Только не забывай хоть иногда стряхивать пыль. Чё? Я что-то нашел, да? Понятно, понятно. Побежали. А, кошак, давай, перемещай, ну тебя в пень. Да я цветок возьму сначала. Есть тут что? Ничего. Полетели. Блин, хочу все зубы проверить, дети. Что это за зуб? Так, ладно. Мы здесь, допустим. Побежали теперь. Дорогая оказался мерзавцем, но даже он такого не заслужил. Разве? Ну что память тебе изменяет, принцесса? Так, я понял, это у нас сюда, да? Видишь, догони его и заполучи воспоминания. Надо бы, конечно, как-то удержать. Видишь, малышей на деревьях? Забивайте боку выстрелами, чтобы подманить призрак. Ой-ой. Я понял, что вообще ничего не понял. Есть, попал. Надо, походу, по нему стрелять, да? Есть. 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 Я понял. Надо было его мутузить, да? Сбей эту дрянь с дерева. Ага, сбей. Когда, как сбить? Ёб твою мать. Как? Ай, блин. Да иди ты лесом, а.
лесом. О, прям специально для меня заготовочки, да? Я это понял. Больше ни для кого тут нету. Да идите лесом. Да. Ну давай, ты где? Кто ты? Ёпта. Так, ну тут походу... Ой-ой-ой. Ай, не успел. Ёпта-та-та-та-та-ти-та-та. Ёпта-ти-та-та-та-та-та-та. Дальше отходить. Давай. Да ёбаный ты в рот, а. Тикай. Да ёб твою, иди лесом. Заебал уже просто. Пиздец. Где ты еще? Давай. Еби и так, чтобы я мог тебе ебать. Есть. Вроде все глаза подбил. Давай. Так, я вижу цель. И не вижу жизни. Давай. Прямо в яблочко. Это ж ты четко сказал. Ну? Это типа, я так понимаю, красный дуб? На чем я? Точно. Каждую весну, каждый день и ночь становятся равны. Жители деревни готовятся отправить старуху зиму в освояси. То есть, попросту убить зиму. Удачи им в этом. Этот год отличался от других. Людям было не до праздника. Ведь череда трагических событий омрачала радость всей деревни. Но для младшего поколения старая традиция была не просто актом веры. Несколько подростков решили нарушить запрет. Каждый из них по своим причинам. Год назад. В тот день Драго почему-то не хотел углубляться в чащу. Но Зора, та из близняшек, что посмелей, не собиралась отказываться от своего плана. А я все равно пойду. Мы двое, а вы двое можете тут заняться чучелом. Драго и Яга много лет были друзьями. Но появилось между ними что-то большее, едва уловимое. И зачем только влюбляться? Когда можно отоспаться. Так, на чем я остановился? Ах да, Драго и Яга. Как же? Вот и они. Старики запретили нам делать чучело. Раз вернулась баба, сказал Драго.
Но я выдумал, будто мы собираемся сделать чучело, чтобы прогнать Бабу, а не Зиму. И знаешь что? Они возражали. Они не возражали. Будь осторожнее, Яга. Люди гадости говорят. Ты даже не представляешь, какие жуткие идеи приходят в голову тем, кто боится за жизнь детей. Яга его почти не слушала. Она думала только о подарочке, который припасла для Драгоя. Чувствуя, как отчаянно колотится сердце, она достала его. Мальчик взглянул на маску Яги. «Сними ее. Хоть разок». «Нет!» – ответила она, отшатнувшись. Но он продолжил настаивать. «Драгой, нет! Может, хватит строить из себя недотрогу? Ты просто чокнутая, как они и говорят!» «Зло!» – выкрикнул он. Она не верила своим ушам. Она-то всегда считала Драгоя другом. «Ладно, неважно. Идем. Надо найти Зору. Думаю, я знаю, где она». Буркнул Драгой, поднимаясь на ноги. Задетая гордость заставила его сказать такое, о чем он будет жалеть до самой смерти. Они шли через лес. Таинственно то и сё. А теперь самое интересное. В общем, пройдя изрядный путь, мальчик остановился посреди поляны. «Давайте!» Группа жителей деревни выскочила из кустов, застав ошеломленную девчонку врасплох. «Значит, ты все же решился! Вот ты молодец!» — сказал один из мужчин. «Предательство смущает лишь слабых. Верно, Драгой?» «Запалите костер и несите козла! Пора очистить этого подкидыша от касания ведьмы!» Взглянул на козла отпущения, принесенного селянам. Яга громче обычного услышала знакомый голос в голове. «Ты столько лет позволяла им обращаться с собой как мусор, а теперь позволишь им даже убить тебя? Сжечь живьем? Позволь мне ответить на этот вопрос за тебя, принцесса». Прочь с дороги. Бег, прыжок. Дарс, разбега. Я всегда был для вас идеальным козлом отпущения. Чудовище? Вы вечно видели во мне чудовище. Главное, уберитесь. Прочь с дороги. Ни хрена не вижу. Увидел что-то. Я так понимаю, это она спалила деревню, да? Хотите, чтобы я... Нет. Прочь с дороги. Осторожно, огонь! Я вообще ничего не вижу, честно. Да, я горю. Сегодня. Он спалит вас. Спалит ваши дома, спалит весь ваш мир. Мой мир. Но эту цену я готова заплатить. Я понял, надо так делать, да? Подайте ее, черт возьми! И что она теперь будет делать? Куда пойдет? Нет, убирайтесь! Вызвали меня подкидышем, бесноватой. А когда старые обзывательства приедались, выдумывали новые. Ведьмина око в деревне.
Вы не оставили мне выбора. Я проткну тебя насквозь. Я тебе череп пробью. Боже, ты не сможешь поливать меня грязью. Кому говорю? Прочь с дороги! Сегодня я и есть огонь. Та самая, что ты пытался высечь все эти годы. Все и нужно было, что одна единственная искра. Ты ищешь укрытие? Здесь, в лесу? От огня не укрыться. Дюжина... Разве не этого ты хотел? А что если ты обидишь? А что если пламя поглотит тебя целиком? Если умрешь в муках? Эту цену я готова заплатить. Да она вообще бежит. Прочь с дороги. А не то ваши кулаки. И железо встретят достойного соперника. И они расплавятся и сгорят в огне. Сука. Блять, так куда ж ты? Последняя попытка, да? Давай, мудила. Не понял. Давай. Ёбаный в рот. Кожаный мяч. Давай, на тебе. Убегаем. Сука. Давай. А ну прочь с дороги! Ну делай. Что с ним такое? Это уже слишком. Может ты? Не лезь в это, сын! Мы сами разберемся! Ну что, не видишь, Драгой? Слишком поздно. Поздно для нас. Поздно для тебя. Поздно для всех нас. Для всех вас. Тебе остается только... What you can still do. Бежать. Потому что это место и все, что в нем есть, сгорит дотла. А я? Я могу сгореть вместе с ним. Эту цену я готова заплатить. Вот это мини-игра. Та-да. Яга, ты меня слышишь? Все хорошо. Зора, это ты? Да, глупышка, это я. Видишь, мы в паре шагов от Красного Дуба. Здесь ты в безопасности. Они побежали в другую сторону. И они ничего тебе не сделают. Не посмеют, когда я рядом. Но они думают, что я... Что Волка и Славица. Мы выясним, что с ним случилось. Совсем скоро. Думаю, я знаю, где искать. А где? Где Драгой? Этот старый лис, наверное, спешит себе домой. Драгой. Драгой.
С того дня мы больше не видели. Эй, кто это? Это кто? Это ты? А, нет, я не могу. Нет, нет, нет. Перестань. Нет. Что за... Где? Нет. Только не маска. Красный дуб. Я почти на месте. Доберитесь до красного дуба. Окей, доберемся. Побежали. Что, у меня стрелы есть хотя бы? Есть. Что-то она не хочет бегать вообще. А, это типа она бежит. Это хорошо. Это то самое место. Красный дуб. Здесь мы прятались. Но Зоры нигде не видно. Великий идол, пусть ваше прошлое уравняет ваш... Чаши весов, панцирьки, собранные вами в ходе воспоминаний, будут влиять на ваш нрав. Выбирайте с умом. Я вижу внутри лишь пустоту. Я про тебя то же самое могу сказать. Он тебя не осудит, но с радостью поглотит твое прошлое и принесенные тобой души. Не трусь, принцесса. Подземелье, где змеи меж корней скользят. Давайте первую руку. Еще одна маска. Немного похожа на мою старую. Я могу ее взять? Да. Блин. Все еще недостаточно. Отнеси ее домой. Домой? Твоя сестра говорила, что знает, как найти пропавших детей, да? То есть она ушла искать их? О, конечно! Путь к сестре лежит через всех друзей, что я потеряла. Я должна узнать, что с ними стало. Как будто ты этого раньше не знала. В общем, принцесса, тебя ждет погружение в пучины памяти. Ты будешь видеть и вспоминать. Печать. Отнеси ее в избу. Пока еще можешь. В смысле? То есть, вот эту хреномень надо сбивать, да? Где дядя? Он где-то был здесь, да? Маска вот разбилась, да, у нас? Ну да. Че, дядя? Короче, бабки чисто собираются, я понял. Так, кошак, ты где? Ты кто? Ты никто. Слышишь? Как будто к нам в двери стучатся настоящие легенды. Видишь ту сторону? Старую статую? Ага. Идол какого-то древнего бога. Отдай ему почести. Выстрели в него. Сюда. Вот это да. Древние боги мертвы. А ты жива. Ну и... Это хорошо, быстрое перемещение, да, у нас получается так. Полетели. Кажется, я начинаю к этому привыкать.
Can you speak louder? Погромче можно. Так, я думаю, что я зря сюда пошел. Надо было как-то полегче. Через кошака переместиться и все, да? Наверное, да. Разбивай эту хрень. Один цветочек вырос, и все. И все. Ничего нету. Ну полетели. А ну давай это, гляну, что это у нас. Ага. Вон она как, да? И что нам это дало? Ничего. Он ждет тебя. Я знаю. Прилив адреналина, глубокие карманы. Ты кто? Липучие стрелы не хочу. Ученица ведьмы. А ну ей информация. В зависимости от рав, вы будете использовать солнечный фокус или осушающий фокус. Так, стеклянные туфельки снижают время восстановления рывка. Вы можете приносить больше ресурсов, когда у вас остается последнее сердечко здоровья, вы получаете ускорение. Абракадабра дает 3 дополнительных единицы маны. Фу, я даже и не знаю, что выбрать. Может, карманы? Наверное, мне кажется. Как бы все нужно. О, или куча стрелы можно еще. Ну, вроде как да. Вроде все, да, выбрал? Угу. А маску? You know what to do. Ты знаешь, что делать. Я сказала, что знаю. Эй, да что с тобой, принцесса? Ничего, просто... Я хочу узнать, кто... Кто я? Ты серьезно? Неужели люди были правы? Я и есть ведьмина ока в деревне. Ведьмина ока? Ну ты даешь, принцесса. Ведьмы или бабы, неважно. Так значит, ты... Баба? Я из-за тебя состарюсь раньше времени. Смешная ты иногда. А как же смерть Драгоя? Это же не ты. Это же не я? Понимай, как знаешь. А теперь коснись печати. Я пришла не за тем, чтобы выполнять твои указания. Я должна разыскать моих друзей. Я ищу Зору. Но если ты захватишь избу, то избавишь земли от корней. А значит, ты должна разыскать все нужные воспоминания. Так что хочешь не хочешь, а придется мои указания выполнять. Ладно, будь по-твоему. Это какое-то получается интерактивное кино. Правильно, правильно. Сейчас уже надо как бы серию заканчивать, а мы все кинцо посматриваем. Но с другой стороны, интереснее все-таки, чем бегать, правильно? Что, давайте пробежимся, наверное, по крошкам этим. По крошкам-кошкам. И там уже посмотрим, заканчивать или не заканчивать. Заберем один цветок. Здесь открылся новый путь. Еще цветочек. Так, я вообще-то ничего не понял.
Так, посмотрим. Я не пойму вообще ничего. Как нам туда переместиться, а? Так, ну это понятно. А, все, я понял. Ну, хочешь услышать? Считай, это ответ почти на все вопросы о бытие. Ты заслоняешь солнце. Минуточку. Кот разговаривает? Да брось, ты должен меня выслушать. Взять, к примеру, величайшую загадку во Вселенной. Смысл жизни. Ты не хочешь узнать, о чем? В чем он заключается? Либо ты сдвинешься, либо солнце. Я подожду. Ну да, типа того. Здравствуй, пушистый дружок. Что-то раньше ты был не такой ботливый. Я же только что слышала, как вы с ней. Ну, тогда увидимся. Либо он со мной играет, либо я схожу с ума. Или то и другое. Понял, принял. Понял, принял. Заберем еще. Давай, падай. Опять эти крошки. Где? Видишь? Вон там. Давненько я тут последний раз побывала. 2 года назад. На Капулу. На Купалу. Новые земли, новые возможности, новые вкусные детки. Да ладно, ты что, шуток не понимаешь? Давайте сохранимся. Ты кто? Это вообще непонятно, что это, да? Я так понимаю, мне сюда не нужно, да? Давайте. Хованем. Ёб вашу мать. Не знаю. Блять, Ёб. Какая здесь территория, а? О, я вижу муравьиху. Идем ее посылать на 3 веселых. И на этом будет. Мы захватили пленника. Этот палочник посмел усомниться в моем превосходстве. Превосходстве легиона. Тогда почему он еще жив? Я вижу, ты интересуешься их бытом. Скажи мне, какая кара станет для его родичей самой жестокой? Палочники, они очень общительные. Они расскажут всем вокруг об устрашающих деяниях легиона. Их отпустят, дабы они несли весть о неумолимом наступлении легиона. Ну да. Да, поиграли. Так, ладно. Я вижу, что сейчас дело гиблое. Надо что-то думать. Вот что думать, я пока без понятия, если честно. Где нам идти надо? Нам туда нужно идти аж. Это какой-то кролик непонятный. Вон сундук, я вижу, да? Блять. Ты кто? Зараза, ля.
Ты зараза! Да ну тебя лесом. Вот оно жизнь, и все, и туда. Улепетаем, наверное, да? Пока хватит там. Так, ну я думаю, уже можно на этом закончить. А это типа вот эта хрень, да, там? Бегает. Прыгает. Я думаю, на этом мы закончим. С вами был Большой Тиби. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следите, ждите дальше продолжение, кому интересно. Фотографон не, конечно, да, текстурочки не ахти. Хотя качество выставлено на максимум. Всем пока-пока.